В ноябрьске прошло выездное совещание руководителей Департамента по физической культуре Ямала и представителей различных федераций спорта. В повестке два основных вопроса – подведение итогов 2012 года и составление единого календарного плана на 2014. В ходе совещания были особо отмечены федерации мотоспорта, мини-футбола, пулевой стрельбы и тхэквондо, которые за отчетный период добились самых высоких результатов. В качестве одного из перспективных видов была названа художественная гимнастика, у которой, по мнению присутствующих, очень большие перспективы. А вот в зимних видах, таких как хоккей, лыжные гонки, биатлон и фигурное катание, округ теряют позиции, и в этом направлении предстоит большая работа. С другой стороны, хорошо развивается адаптивный спорт, в котором раньше уступали только Хабаровскому краю, но в 2012 году превзошли и его. Кроме того, это направление будет развиваться и дальше. Уже в ближайшее время адаптивный спорт должен выйти на новый уровень развития. Значит, сейчас уже прорабатывается вопрос о том, чтобы, очень хотелось бы в этом году, в крайнем случае в 2014 году, в городе Ноябрьске мы хотим создать государственное образовательное учреждение, детско-юношескую спортивную адаптивную школу. Вот. То есть вот это мы, как говорится, в планах держим. Здесь есть все условия, и кадровые, и база есть. Причем это учреждение, возможно, будет на базе спорткомплекса «Зенит».